нам было не до праздников. У нас тут якобы было перемирие на ССО на 7-е. Не знаю, что это было за перемирие. Сегодня в 5 утра начали наши хуярить по полной программе. Вот, а так, ну, они молодцы. Прямое попадание в КМП. Ну, у нас тут КМП есть, где кухня. Что такое КМП? Она отдельно. Ну, это типа КМП рот. Место, где ротный там сидит, короче, типа с поварами, со всем шаром. Угу. Прямое попадание. Да. Ровно туда же нахуярили, блядь, эти дебилы даже не перенесли свои вещи. Оставили буквально там 100 метров назад палатки нахуй и вообще, короче, вдрызг. Ну, слава богу, никого не было. Делались слугам. Вот там печки, дырки, блядь, броники нахуй в мясо, каски в мясо, автомат в мясо. Ну, короче, такое. Ну, это долбоизм. Это долбоизм. То есть они сами как бы нихуя не сделали. По ним, блядь, туда летало. Вот. Приказ мы получили. Что мы тут делаем, я тебе говорила. Вот. Хитрые пидорасы. То есть у нас по факту. Мы же, блядь, сюда какого вообще 9 декабря ехали. Ой, не 9, 13 декабря. Угу. Они нам должны были посчитать. А считай, полмесяца боевых. Да что, что-то не из-за денег поехали? А, нет, не из-за денег сюда поехали, но как бы, блядь, когда есть наеб, это как бы не очень комфортно.